В настоящее время в Караганде полным ходом идет работа по реконструкции и модернизации электрических сетей. Кроме того, установлена новая центрально-распределительная подстанция и около 10 комплексных трансформаторных подстанций по городу. Новшества реализуются в рамках инвестпрограммы, которая будет длиться до 2020 года. Карагандинская энергосистема на протяжении многих лет характеризуется как одна из лучших и надежных в стране. Говоря о сегодняшнем этапе развития энергетики, необходимо подчеркнуть, что ТО «Караганда-Жарык» активно реализует ряд программ, направленных на качественную передачу электрической энергии. В частности, инвестиционной программой до 2020 года охвачены районы Юго-Восток, Федоровка, район мелькомбината, Нового города и Октябрьский район. Реконструкция линии необходима для увеличения надежности и пропускной способности, направленного на дальнейшее эффективное электроснабжение районов Тихоновка и Пришахтинска. Данная программа у нас будет реализация намечена на период 16-20 года. На 17 год у нас запланирована установка новых КТП, реконструкция новых КТПГ в количестве 95 штук, протяженность электрических сетей, распределение сетей 6904, воздушные электрические линии, электропередач, кабельных линий, строительство новых воздушных линий с применением самонесущего изолированного провода общей протяженностью 90 километров. Значит, на этот год у нас запланировано проектирование новой воздушной линии от подстанции Караганда до ТЭЦ-3 общей протяженностью 13,3 километра. На сегодняшний год, на 2017 год, у нас также идет проектирование нашей подрядной организации строительство основного подстанции Тихоновка, которая разгрузит наш район Пришахтинск и Тихоновка. При реконструкции энергетических сетей специалисты ТО «Караганда-Жарык» используют самые современные материалы и технологии. В процессе прокладки линии используется кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, что позволяет повысить надежность электроснабжения и увеличивает пропускную способность линии. Следует отметить, что в результате проведенных работ качество и надежность электроснабжения по городу значительно улучшились. Асель Сазымбаева, Жасулла Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский.